Дежурный по части слуг. Понял. Конвойный на выход. Очередями сажать. Дежурный, да, вам что, заняться нечем? Есть чем. Лука! Ведут, товарищ майор? Не хочу. Что за разговоры? Что значит не хочу? Давай, давай. Не хочу, дурма, сидеть. Не брал я, Лука! Увезли чурку. Ничего, года через пол откупится. У этих узбеков денег куры не клюют. Он не узбек. Чего? Он не узбек. Один хрен. Между прочим, за систему Стечкина он полтора куска совершенно спокойно взять может. Не брал он его табаки. Абдуля спички чужой не возьмет. Не надо по себе мерить. Не понял. Что не понял? Вот это вот что такое? У молодого снял, да?
Сколько дедушке служить осталось? Тебе 4 дня, слава богу. А тебе целый год, Салабон. Понял? Ну-ка, утреннее отжимание, 100 раз. Пошел. Отвали. На, возьми. Ну-ка, Табакин, ко мне. Вырезался. Да. Такого, блин, мундира, наверное, даже у генералиссима Суворова не было. И не будет. Арценов идет. Сташка, иди сюда. Да черт с ним, Махмутка, неохота руки марать. Неохота? Иди. А он от тебя руки марал. Зови Махмутка. Домой, ребята, домой. Арсена, там к тебе гости пришли. Кто? Инесса. Попрощаться хочет. Ну где она? Мы ее сюда завели, тут за углом. Лети, показывай. Товарищ капитан, ну подшинели уже не будет видно. И проверьте остальных. И все. Иди. И смени галстук. Понял. Табакин, Табакин! Внимание, всему личному составу настроиться на блокшоп. Суворов. Все в порядке, товарищ лейтенант. Да? Табакин, слушай, пойдем со мной. Извините, товарищ лейтенант, можно ему со мной на минуточку? К нему Инесса пришла, попрощаться хочет. Товарищ лейтенант, дайте его на одну минуточку. Ну, попрощаться же нужно. Ах, вот она что. Раньше надо было быть смелым, Луков. Вы его гоните, товарищ лейтенант. Луков дневальный, он на тумбочке стоять должен. В общем так, Сашка, не бузи, беги на тумбочку. Ну, товарищ лейтенант, меня там подменили. А его гони сюда. Товарищ лейтенант. Так тащи добывай. Кре-гам! Бегом, Аш! А вы что стоите, смотрите? Видите, офицер уже построился, вы все чухаетесь. Ну, быстро, быстро. Где там этот панчик или как? Носочки подровняли. Ира! Равнение, да? Закончилась ваша служба вооруженных сил СССР. Вы получили хорошую идейную и нравственную закалку, познали цену разного труда, войскового товарищества, выработали в себе чувство ответственности за выполнение своего гражданского и воинского долга. Где бы вы ни были, в какой бы сфере деятельности ни трудились, всегда помни, ты солдат общества. Падай. Падай же ты.
она еще болит. Наступающим, земляк. Тут мы проедем. Нельзя. А что нельзя? Приказ. Ну что, и 31-го служба, да? Не даешь начальству покоя. И вспоминать за мамины заботы. Ну ты чего это, а? Ну? Ну давай с нами за Новый год. Не, ребят, не, не, я на посту. Сейчас подожди, подожди, дорогой. Я сейчас принесу. Давай. Мы же понимаем. Сами служили. Давай. Нет. Поглоточек. Ну, не. За Новый год. Ну, сказал нет. Нет. Так лучше быть богатым, но здоровым. И девочек роскошных целовать. И миновать тюрьмы замок суровый. И деньгами карманы набивать, будто вина. Ну, кого стережем? А? Да бегает у них тут один придурок. А? Вот ты проверяешь все машины. Что это, что ли, проверяет? Да не, проверяет там, на большой развилке. Понял. Ну ладно. Держи! Ага. Угощайся! Дембель мою на все плюю! Спасибо! Да, дембель неизбежен! Ну так мы проедем! Не, ребят, не могу! Давай, давай! Там за елками вертолет с десантом. Сейчас как пульну ракету. Тьфу, твою мать. Воспитали старшего солдата. Не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Сыпь мне соль на сахар, не сыпь, не говори на взрыв. Она и так Ватсон, вы видите звезды, Ватсон? Да, Холмс, завтра будет холодно. Вы идиот, Ватсон. У нас украли палатку. Не сыпь мне соль на сахар, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на сахар, не сыпь мне. Луков, отбой. Нашли дурака. Давай залезай в кузов, а то пока всех соберем, на баню опоздаем. Ага. Давай. Поехали.
Доеду. Ты что размахал, своженький? Тут ваши на Псков не проходили. С Новым годом, сынок, дай-ка я тебя поцелую. Начальник Баман, ну вам прям нельзя незнакомых мужчин показывать. Не целуйте его, я тоже хочу. Все хотят. Ну что, Соколик, от своих отбился? Или огородом Котовского побираешься? Ась? Выполнял спецзадание. Работаешь спецзадание? Молодец. Маша. Саша. А это у нас Наталья Николаевна, у нас Дед Мороз, потому что самая добрая. А тетя Лена Баба-Яга, потому что самая красивая. Вот. А вот Нина Ивановна у нас, Снегурочка наша, бессменная. А ты у нас Машка Нарушка. Да, Машка Нарушка. Пойдем к нам жить. Будешь терем сторожить. М? Верой правдой служить. Да. Служилый свой человек. Ну-ка, сынок, выпили. Не, я уже не... Не боись, у нас на работе такой закон. Сейчас. Да? Давай, пей, не стесняйся. Ой. Ну, а ты боял? Эх, без закуски. Действительно, молодец. А вот берите, угощайте. О, что молчал? Ничего себе, вон моя. Оба. Перед, берите. Ой, спасибо. Ой, большое спасибо. Угощайтесь, берите. Спасибо. В раньше времена такими портвейн закусывали. Ой, это после работы. Ой, даже не верится, что на сегодня свое уже отработали. Ой, не говорите, девчонки. Да. За этим мотанием нам должны год за два. Год за три, и шахтерский паёк давать. Да, конечно. Ничего, Елена Юрьевна, был бы жив ваш аккордеон. Подходите, говорит, я заберу свой аккордеон. Я говорю, как? Я забыла, где я нахожусь. А пацанё такая, ой, ну что, пацанё! Лука! 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 Женщину куда? Вон, в угол туда поставь. Ну, я пойду. Ну, спасибо. Ну, может, еще чего надо помочь? Не знаю, может, надо. За углем я сама схожу. Вот если хочешь, печку растопи. А хочу. Давай. Вон в углу дрова. Спички есть? Я не курю. А, мужчина называется еще. Спасибо за подарок. Чё? За подарок говорю спасибо. А. Слушай, так давай я схожу. Что ты будешь таскать его? Тебе не дадут. Маша. С наступающим.
Привет. Дай бедной Золушке волшебных камушков. Починил, то бишь? Угу. Я жильцам так и объяснила. Говорю, кочегар на месте, только мотор сломался. А они говорят, бухарь-бухарь. А я им говорю, он у нас не пьющий. Пьющий? Ну, на Новый год-то можно. Пойдем, а? Чего тебе здесь киснуть? Тебе ж люди живые нужны. Никто мне не нужен. Нужен. Ты, что ли? Или бабу какую выставишь? Доложите, товарищ самый старший прапорщик. Тебя чего там обидели? Меня? Со мной это трудно сделать. Ну, я пошел. Ты давай топи. Так я не понял, кому мы здесь тепло делаем? Ты мне, я тебе. Что ты собираешься Новый год в таком холоде встречать? Да я, собственно, и не собираюсь, мне в часть надо. А то я получаюсь как бы в самоволке. Сбежал? Потеряли меня. Да нет, сам виноват, а теперь губа светит. Губа? А оптическая вахта, как говорит наш отец-командир, суток двое, наверное, закатают. Так чего ж ты дергаешься-то? Сейчас стол накрою, у меня кое-что найдется. А? Посидим, отпразднуем. А утречком побежишь на свою оптическую эту вахту. Ну, раз все равно накажут, так сиди и радуйся. Ну, что ж ты? Спасибо, Маш, но там, наверное, весь полк из-за меня на ушах стоит. Нет, я пойду. Нет, Маш. Если ты уйдешь, то я тебе выстрелю в спину. Никогда никого не бери за бляху. Извини. Thank you.
И уже никто никуда не идет. Так за сколько секунд вы там одеваться-то должны? Да за 40. Ну, только у нас всех этих застежек, пуговок раз в 100 меньше. Ой. Ой. Ну, что одежда с человеком делает? Ну, только что была солдатом обыкновенным, ваксой пахнул. Ну, теперь, ну, прям Корнет Оболенской. Ну, почти даже принц. Угу. На белом коне. Вот ты когда в своем ХБ, чего тебе хочется? Ну, чего хочется? Чтоб дембель поскорей. Ну, чтоб каш побольше. Да. А в гусарском мундире? Ну... Ну, думай, думай. Ну, чтоб на лихом коне, да с отрядом гусар за спиной, да? Да так по снегу, по белому полю так... Ну и шампанского. Правильно. Ну, а тебе чего хочется? Того же. Анету. То есть-то, во-первых, нет. А во-вторых, как говорит наш отец-командир, кто пьет, тот встал на путь разврата. Да. Не бойся, солдат, не бойся, никто тебя здесь не изнасилует. Но зачем так грубо? Что ты? Я совсем дура. Не понимаю, да, что ты сейчас обо мне думаешь? Подобрала на дороге первого встречного, да? Затащила его в нору. Так. Раздеваться заставила. Сейчас вином напоит. Ты чего? Я за шампанским. О, царский тулуп. Можно? Можно, можно. Браво. Дорогу найдешь? На звон бокалов. Саша! Один вопрос. В верхней одежде не обслуживают. Ну ладно, я на минуту. Командир, шампанское есть? Спиртным не торгуем. Ну, я знаю. Мне одну бутылочку. По вашему тарифу с собой. По тарифу у нас коктейли. Вон все перед тобой. Выбирай. Но дама любит полусладкое. И за коктейлем прийти никак не может. Я отблагодарю. Со своей благодарностью иди в гастроном. Не шутка! Рубай свою музыку! Ты что, не понял? Это песня про боевое братство. А че это вырубай? Мы танцуем. Ты что, не понял? Где же вы были, сволочь? Слышишь ты, козел! Когда я один сидел в хайберском проходе с последним патроном. В заднем проходе ты сидел, а не в хайберском. За облаком скрылся чужой перевал, где кровь я ронял, точно слезы. Мне духи забили под сердце кинжал, прощайте, родные березы. Мне духи забили под сердце кинжал, прощайте, родные березы. Или я сплю, или этого не может быть. Ты его знаешь? Как его зовут? Козел его зовут. Один сам после Кандагара дурака валял, не до такой же степени. Эй, солист, потише нельзя, а? Не понял.
Это кому я тут помешал? Тебе? Я кровь свою проливал, пока ты сидел с теплой девочкой под боком. С кем ты сидишь? Твое место за нашим столом. Руки. На моем прикладе было 8 зарубок. По ком сделать 9-ю? 9-ю? По мне. Только сначала географию вспомни. Где Афган, а где Машновка. Салабон. Выйдем. Выйдем. Эй! Если его побьешь, вернись на минутку. Зачем? За шампанским. Крышу, елочку, за пятерку. Опоздал ты со своей елкой. Да ну чё, ну возьми, ну. Ну так ты чё это, Лучок? Чё ты на старого товарища попёр, а? Товарища? Ну-ка. Ребят, елочку строят. Иди гуляй, иди гуляй. Понял. Ну не товарища, но всё-таки, ну как-никак служили вместе, а? Сам сейчас, небось, салабонов-то гоняешь. Ну что я сейчас делаю, тебя не касается. А вот в афганский мундир рядиться. Там люди, правда, своей жизни клали, а ты... Ну ты чудак, человек. Это же Новый год, маскарад. Ну что ты в самом деле? Ты ж сам не по форме. В войсках до мая гуляешь. Тебя что, фидязов, что ли, отпустила? Эх, попался бы ты мне там на плацу, я бы с тобой вот так вот не разговаривал. Ребят, за руку! Ты год на плацу попадался, брысь. Раньше надо было быть храбрым, Луков, раньше. Сил, поезд ушел, ту-ту. Раз ты теперь в самоходе, так радость. А я не в самоходе. А где? В разведке? Шпионов ловишь? Разоблачение врага народа Табакин? Ладно, я сегодня добрый. Че тебе выпить надо? Да, бутылку шампанского. Ну и че, Мишутка не продал? Нет. Ну и правильно. Им твоя задрипанная пятерка нахрен не нужна. Им патент дороже. А вот наквасил бы эти, сейчас продал бы. Ага, сейчас разбежался. Ладно, давай бабки, я тебе сам куплю бутылку. Давай. Ну давай, давай. Чего кабиниваешься? Стой здесь, никуда не уходи. Слышь, за полтинник. Иди гуляй. Ну, жмот. Шутка. Бутылочку шампанского. Счет будущего взноса. Я что, тихо говорю, что ли? Тебя здесь терпят? Скажи спасибо. А будешь права качать, придется гулять в другом месте. Папе скажу. Вот с ним и буду разговаривать. А для тебя меня здесь нет. Жалеешь. Ну что? Ничего, пойдем в другое место. В другом месте я и сам возьму. Давай деньги. Ладно, табачок обещал, табачок сделает. Тут рядышком есть одно заведение, сейчас я его растрясу. Лена! Спасибо, солнышко. Ребята, ребята, все заказано. Ты что, первый раз меня видишь? А, это ты. Мне нужен Семый, человек со мной. А что за дела? Дела все те же. Мы же рассчитали за декабрь. Сема где? Сема внизу в кабинете, сейчас уходит домой. Лучок, за мной. Господи, я же просил ко мне никого не пускать. Это же я, Сёма. Что еще? Господи. Попаду я сегодня домой или нет? Спокойно, через минуту отпускаю. Нужна бутылочка шампанского. Отпускает он меня. Какая еще бутылка? Иди, родной. Я с папой рассчитался до копейки. Тут у меня без вас шакала хватает.
Значит, я шакал, да? За шакала. Гони бутылку и свободен. Вот я позвоню прямо отсюда папе и скажу ему, что его шестерки здесь фигней занимаются. Свободен. Свободу он мне давать будет. Сева, ты со слоном, что ли, опять хочешь поговорить? Вон пошли. Оба! Может, пойдем? Не надо мне ничего табаки. Лучок, ну-ка подожди меня за дверью. Давай, давай. Это что, тот самый Стечкин? Ах ты мой догадливый. А ты соображаешь, сколько Абдуля за него сидит? Закладывать побежишь. Бегаешь, то падаешь, а? Больше бегать не будешь, нет? Ты меня бойся, старичок, бойся. Ты меня бойся. А я тебя испугался уже, хватит. Значит так, Лучок, у тебя два варианта на выбор. Либо я тебя сейчас здесь заглушу навек. Ты шестерка. Либо мы с тобой договариваемся, и перед папой за тебя словечко замолвлю. Раз ты понял, кто я и что, выход у тебя один. Думай, сука, только быстро. Все равно ты никуда не денешься. Денусь на ноги. Ха! Будем лежать, да? Давай с тобой пьянь, давай, сейчас мы тебя в постельку отнесем, отпоим чайком. Давай, родной, давай, давай, давай. Видишь, давай, 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 ой, ой, смотри ты, мужчинка, тененький. Это мой, мой мужчинка, мой. Не пей много, не пей мало, пей крепче мало. Все нормально, командир. Thank you.
Ты чего потерял тут, эй? Шурави? Сегодня же лысого смена. Отменяю. А, я, говорит, герой Панжеров. Эти козлы варежку разинули, поят его, придурки. Ну и что? Что ну и что? Он же таких, как ты, позорит. Чем? Может, он герой и есть? Ага, как же, герой, инвалид войны. Меня на родине бюрократы заели. На родине его бюрократы заели. Пенсию ему не дают, прописочку ему не дают. Афганец. Ну, все как у меня. Так в том-то и фокус, Шурави. Это же Луков. Это салага. Мы с ним вместе в Машновке до самого дембеля служили. Он афганов в жизни не нюхал. А ты? Ты его нюхал? Это что? Старичок, ну я-то по-честному. Ты ж сам подарил, все знают. Когда это подарил? Когда? Тогда, по Киру. Вот он очухается, спросишь у него про афган. Спрошу. Только не до смерти. Как получится. С Новым годом. Алло? Алло, тетя Лена? Здравствуйте. Да, это Маша. С Новым годом. С новым счастьем. Да, всем нам и всему нашему театру. Угу. Солдатик? Какой солдатик? А я не знаю. Ну так, очень просто, не знаю, все. Угу. Ой, тетя Лена, ну перестаньте, вы же меня знаете. Угу. Спасибо. Вот курва, а. Я думал, он копыта отбросил. А он живой. Ты говоришь, Панжера, а ты его нюхал, а? Так зачем?
Подожди, подожди. За погибших героев. Эх, Лучок, Лучок. Лучок, старичок, ты меня не бойся. Не бойся, я тебя в топку не кину. Посидишь тут спокойненько в тепле, на веревочке до самого светлого дембеля. До самого светлого дембеля. Это пока ты в самоволке. А времечко-то пойдет. Пойдет. Времечко-то. Чок, чок, чок. И будешь ты считаться не самоходом, а по закону дезертир. До 3 лет в мирное время. Погоди, Шурави. Погоди. За победу. Когда я в душманском зен... Прости, когда... Когда ты в душманском зиндане сидел и помощи ждал от пустыни, один симулянт Салабон самострел с подругой твоей мял простыни. Тошнить этот сам. Один симулянт Салабон самострел с подругой твоей мял простыни. Требовалось домой. Ну иди домой, я сказал. Домой? Куда домой? Двое суток на поезде и мамины слезы, папины молчание, солидол, солидол. Ой, не могу. Плюнь. Легче не стало. Никому я, оказывается, не нужна. Хотела кавалера удержать. Даже денег на бутылку дала, а он сбежал. Тулуп Иван Сусанина. В кафе его послала. В кафе? Угу. За шампанским. За шампанским. Угу. Не жалей. Ну, а я и не жалею.
Так себе солдатик оказался. Солдатик? Угу. То пожальте, хоть с обгорелым воротником был. С обгорелым? Угу. Я, кажется, знаю твоего солдатика. Эй, кого там носит? Ой, что наделал-то, а? Тебе ж пить нельзя, ты ж звереешь. Ну, в общем, так, сейчас пойдем ко мне, я вас хоть чаем напою. Давай, вставай. Всех людей праздник, а тут... Черт. Табачок-то нас запер. Тебя? Интересно. Ну-ка. Зачем? Ну-ка, выкладывай. А что выкладывай? У нас с ним старые счеты. Он дед, я салага. И все? А может, еще что было? Тебе-то какое дело? Помоги лучше отсюда выбраться. Твой сменщик когда будет? Не будет сменщика. К своим уехал. Ну, может, кто-нибудь придет? Сюда никто не придет. Слушай, там к тебе пришли, зайди в подсобку. Ну, и где же ты был, мой дорогой? Ну что ты, ждут тебя. Ствол. Ну, а теперь пошли к папе. Ну, а теперь его байки в моем переводе. Первое. Он забыл о своем 6-м номере и полез сам куда не надо. Второе. Валял дурака с хорошим человеком. Третье. Делал это при свидетеле. Четвертое. Засветил ствол. Пятое. Оставил целёхеньким свидетеля, да и бросил его. Угу. Свидетель сдаст его, он же паскуда, сдаст нас. Детка, надо навестить солдатика.
тебе не папа. Ну, а переодеваться-то зачем? Ну, это уже другая история. Что ты темнишь, парень? Кто не любит спрашивать, тому и не солгут. Табакин. Ты чего? Сидеть! И только попробуй глянь в мою сторону. Зачем? Сам хочу услышать, что он ему скажет. А то наплели тут. Давай, давай, давай. Спасибо. Не вякай. Что ты смотришь? Табакина знаешь? Знаю. Неправильно. Табакина. Знаешь? Не знаю. Совсем не знаешь? Совсем не знаю. Правильно. А что ты видел? Не видел. Правильно. Что ты слышал? Я задал вопрос. Ничего не слышал. Не груби. Система такая. Ты живешь, пока молчишь. Если тебя повяжут и будут спрашивать, ты все равно молчишь. У нас там тоже свои люди. Они проследят. Если что, достанем хоть в зоне. Понял? Не слышу. Понял. Береги брюхо. Пистолета не было. Был. Ну-ка еще раз. Не понял. Был. Был. Был пистолет. За него хороший человек. За решеткой мой друг. Твой Табакин его подставил. Все сказал. Понял! Дурак! Про пистолет сразу говорить надо было. Пистолет — это мое дело. Твое дело. Они вернутся сюда. Мужик этот. Или шакала его. И будет тут стрельба. По ростовой мишени. Выбираться надо. И побыстрее.
Тарелла подъедь? Да сиди. Давай. Этот малый нормального разговора не понимает. Заклинило на пистолете. За него друг его какой-то срок тянет. А бабки? Да он чокнутый, с ним разговаривать бесполезно. Ему главное чурку своего вытащить. Заложит он меня. Хорошо рассуждаешь. Только не вовремя. Раньше надо было рассуждать, пока ты нас в свои дела не вляпал, детка. Шабаш, ты только гранаты надорвай. Так не выбраться. Аннету. Так что ж мы теперь? Останемся здесь на веки вечные? Может, и останемся. Всякое бывает. Ну, знаешь, тоже мне шуточки. А если тебе кажется, что он вернется нас убивать, то нужно вон стоять около двери. Он как только войдет, мы его раз по голове и все дела. А, ну, конечно. Он же дурак, головой вперед полезет. А там патронов нет. Через час вернешься и доложишь, что все хорошо. Понял? Пошел. Холодно мне прислонялось. Простудишься. Ты б стул поставил с прошлого года на ногах. Давай-ка ко мне. Там у меня топчан, ватник, сделаешь себе удобно. Брось, а здесь одних ни за что на свете. Будем выходить, разбудим. Угу. Все жалеет, помогает. Только ни к чему мне все это. Ну, почему? Она и до того дожалеется, что и рада не будет. Начнет меня по докторам таскать, по доброте душевной. И плакала ее жизнь вместе с театральным училищем имени Щукин. Слушай, Локов, закрути ты ей голову. А ты же и больше подойдешь. Ну, для начала надо выбраться отсюда. О! Надо ракету сигнальную в трубу пустить. У меня же есть одна. Трубу? Аннету. В костюмерной осталась. Трубу. Как же я сразу не допер-то. Она ведь два дня уже остывала. Кто? Только слегка протопил. Табак тебя приволок. Мне тогда не до того уж было. Ну-ка, ну-ка подожди. Ну, вот что. А теперь пошли.
сюда, в ревизию полезешь. Там скобы нужны, понял? А я охлаждать буду. Сердце горячее еще, а? Стой, Корнет, куда под пуль? Держи рукавицы. А так. А видно? Черт. Ну, вставай, с Богом. Да, когда падать будешь, громко не кричи. Машу разбудишь. Понял. Еще не все вышли. Катаешься, а время идет. Все, иду. Слон, ну это же мокруха, я не по этому делу, а, слон? Давай, пошел. Ну что там, все вышли?
Шурави, вы здесь, что ли? Здесь, здесь. Сейчас. Здесь я, здесь. Успокойся. Что же у вас, блин, так много-то? Слушай, Табакин, ты чё сразу... Стоять! Я сказал, все стоят! Тихо, тихо, Табачок, тихо. Я же никуда не иду. Пусть народ идет погуляет, а мы с тобой потолкуем. Не надо было впутывать народ. Я не виноват, что вас так много. Они же про тебя ничего не знают. Зачем тебе лишний камень на шею, а? До сих пор не знают. Ты кому другому расскажи. Ну, я ведь тебе один был нужен. Пусть вы идут, а мы с тобой поговорим спокойно. Отсюда никто никуда не выйдет. Я тут кое о чем подумал. И если ты не полный идиот... Защелкни пасть, Салабон! Смирно! Всем смирно! Не шевелись, корявый. Ты забыл, как меня зовут? Это ты в Афгане звался Шурави. А здесь будешь зваться по-русски, корявый. А Шурави, значит, русский. Да хоть японский, блядь, мне-то что? Нет, Абакин, русский. И ты тоже хоть и сволочь, но русский. Нам что, делать больше нечего? Заткнись! Ты же меня знаешь. Жаль, не понял. Это я когда туда уходил, духов боялся.
А вернулся оттуда я и дурь свою. И страхи там оставил. Ну и что? А то, что я все уже получил. И мне твоя пуля. Ой, ребят, это мне на работу. Назад, дура! Первая пуля твоя! Не бойтесь, ребят, он меня не выстрелит. Руку волю! Ай, мать твою! Ай, сука! Я сейчас. Маш, ну ты что, все уже? Пойдем подышим. Пошли. Адресок оставь для следователя. Ну, адрес известный, Машновка. Ну, давай. Пойдем, Бирю, заходи. Лука, пойдем, мы тебя довезем. Сейчас. Что, уже? Уже приехали? Бить будешь? Гильзы мы соберем, ствол я почищу, ты в нас не стрелял, понял? Но запомни, что если с Машей и Шурави что-нибудь случится, если пойдет охота, как на меня, вот тогда я расскажу все. Отсидишь? Никогда никого не бери за...